Россия. Что изменилось? Непонятно. Третьим стартовым номером выступает команда Японии. Хотя все вы видели стартовый протокол, по третьим номерам шла Россия. А японцы были на восьмом месте. Но давайте посмотрим программу японок. Это сборная, с которой мы очень долго соперничали, выигрывали у них, и все время эта команда пыталась обыграть сборную России. Ну и вот в погоне за первым местом японки потеряли второе место. Все равно японская сборная очень сильная команда, у них очень сильные традиции синхронного плавания, у них есть свой стиль, они всегда очень техничные. Японцы обновили свою команду после Олимпийских игр в Афинах. Ушли прошлые лидеры. Мета Шибана и Миха Такида, которые дважды стали серебряными призерами сначала Олимпийских игр в Сиднее, затем в Афинах. Им на смену пришли Сузуки и Харада. Но вот вчера мы видели выступление нового дуэта Мии Сая Кимура. Напомню, что японская сборная отличается особой техничностью. Очень резкий был переход сейчас от одной музыкальной темы к другой. Работает с командой Японии Масаи Имура.